И еще одна региональная политическая структура определилась с претендентами на кресло в областной думе. Неочередная 54-я конференция Новгородского отделения Либерально-демократической партии России сформировала свой предвыборный список. По традиции конференция началась с гимна ЛДПР. В ней приняли участие 17 делегатов от местных отделений Либерально-демократической партии. Участники рассмотрели несколько вопросов. В первую очередь выдвижение кандидатов в депутаты Новгородской областной думы 7-го созыва по единому избирательному округу и одномандатным округам, а также в представительные и исполнительные органы местного самоуправления. Региональную партийную группу по Чудовскому и Маловишерскому районам, Савинскому поселению и микрорайону Волховский возглавит лидер партии Владимир Жириновский. На втором месте заместитель председателя Новгородской областной думы Алексей Чурсинов. Он же выдвинут по одномандатному округу и депутатом в Госдуму от Новгородской области. Напомним, в этом году голосование будет многодневное с 17 по 19 сентября. Основной день – 19 сентября. Предвыборная агитация кандидатов начнется с 21 августа.